Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 20 февраля 2024 года. На улице светит солнышко, но холодно. Минус 5. Вот так светит солнышко, но холодный ветер. Очень даже холодно. Будем сеять на рассаду матча. Такого вот острого, куслючего матча. Но слабо куслючий. Всего 4% из 10. Четвертое место занимает. А элита урожайный, крупноплодный, простой в уходе. Толщина стенки 5 мм. Среднеспелый. Острый сорт. Семена. Сколько у нас здесь семян? Посмотрим. А семян у нас здесь даже прилично. Подготовила вот такую тару с-под тартан. Пролила кипятком землю, сделала такие вот луночки где-то сантиметров на полтора. Хорошо пролила их водой, и получилось у меня всего луночек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14 штучек. Сейчас разрежу, высыплю, посчитаю, сколько. Хватит мне посеять дважды. Ну, раз слабоострый, будем с медом делать консервацию побольше. Открываем. Семена очень крупные, хорошие, 22 штучки. Ну что, наверное, сей посеем. Сначала положим по одному зернышку. Так. А потом лишнее, что останется, покладем по второму. Хорошо такое подготавливать. Прекрасно. И сразу пикирую. Никакой пикировки у нас не будет. В прошлом году мне надоела эта пикировка. В этом году пытаюсь вырастить рассаду без пикировки. Так, проложили. И сейчас начнем с самого начала. Еще вот видите, сколько осталось. Вот, сюда. Сюда по второму. Так. И по два зернышка я их рядить не буду. Буду прямо и в грунт сажать по два зернышка. А сюда даже и три ушло. Не заметила. Так, все больше нету. А это отходы. И отходы воткнем. Все. Что буду делать? Ничего. Просто рукой. Взрыхлю земельку. И все. Посадка у нас завершена. Так, останется где-то в сторонке написать название. Так, где-то у меня пакет был. Сверху покладем пакет. У меня вот такой трудовой беспорядок. Как же без кофе? Без кофе никак. Подписала так. Прямо в землю воткнула бумажку. Прикрыла. И пусть сходит. Поставлю вот здесь вот. Вот сюда. Здесь тепло, хорошо. Как прорастет, уйдет на окошко, на свет. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания, до новых встреч. Пока!